После захватывающей победы Чарльза Оливьеры в его первой защите титула на главном событии UFC 269 многие бойцы вызвали его на бой. Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов считает, что его протеже Ислам Махачев больше подходит в качестве соперника чемпиона в легком весе. Нурмагомедов давно ручается за то, что Исламу Махачеву достанется титульный бой. Примечательно, что Махачев – близкий друг Нурмагомедова и его ученик с детства. Не говоря уже о том, что «Орел» предоставляет 9 беспроигрышных побед Махачева как главную причину, по которой он получит титульный бой в UFC. Это будет очень интересный бой. Если Оливьера и Махачев выиграют свои следующие поединки, они встретятся в конце 2022 года. Это будет отличный бой, который будет немного похож на мое противостояние с Фергюсоном. Оба находятся в выигрышной серии. Сейчас Оливьера выиграл 10 боев подряд. Если Ислам выиграет в следующей игре, это будет 10-я победа подряд, а Чарльз может иметь 11-е преимущество. Это отличный бой как для нее, так и для UFC, сказал Хабиб. Многие задаются вопросом, кто же в спорте лучший после ухода Хабиба Нурмагомедова из UFC. Сам он имеет в виду одного человека, которого он считает самым впечатляющим. «Сейчас время Чарльза Оливьеры», — сказал Орел. «Он произвел на меня впечатление, и я действительно верю, что он один из лучших бойцов в мире прямо сейчас и лучший легковес в мире». Ислама Махачева сравнивает с Хабибом Нурмагомедовым, и многие хотят его видеть лицом к лицу с лучшими бойцами UFC. К слову, Хабиб Нурмагомедов хочет подписать давнего противника Дастина Порье в свой промоушен по MMA Eagle FK после недавнего поражения американца. Порье потерпел неудачу в своем втором броске за титул чемпиона UFC в легком весе против Чарльза Оливьеры на UFC 269, будучи задушенным бразильцем. Бриллиант дрался с Нурмагомедовым в 2019 году в его первом титульном бою, постигая ту же участь, что и в прошлые выходные, когда он был представлен в третьем раунде. Порье подписал контракт на 8 боев с UFC перед матчем-реваншем с Конором Макгрегором в январе, что означает, что у него осталось 5 боев по его текущему контракту.